конце прошлой недели Ангарск всколыхнули известия о пропаже сразу четырех школьниц. Две девочки 11-12 лет решили пожить одни в садоводстве. На следующий день их обнаружили соседи. Еще две девочки 13-14 лет в минувший четверг не вернулись домой из образовательного учреждения. К счастью, их также нашли. С подростками и их родителями проведены профилактические беседы.